Вы смотреть пранк над дедом? Давай, я вам сейчас покажу лучший ролик на свете, который вы когда-либо видели. Вообще, там такой пранк. Пиздец. Короче, одна девочка пранканула своего деда вообще жестко. Жестко. Дела заебок. Смотрите, как жестко. Блять. Ща. Смотрите. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я решила записать новый ролик и решила пранкануть своего дедушку. Так. Так как у меня нет ни мамы, ни папы, мне приходится пранковать этого старого пидораса. Так. Ну что поделаешь. Пока он находится в сарае, он пошел, короче, взять огурчики с помидорчиками маринованные. Они, кстати, вкусные получаются у него. Я хочу установить скрытую камеру. Ну, конечно, как же снимаются пранки. Поставлю ее в укромное место, где точно ее не увидят. Я думаю, что пранк будет очень смешной. Кстати, я забыла сказать. Пранкую я его ложной беременностью. Ну, я нашла, короче, ложные документы. Ну как, я их сделала ложными. И тут написано, что я беременна. Ну, правда. Он когда увидит, он такой скажет: блин, вот это ты дура. Так и скажет. Серьезно. Он у меня такой, может даже пиздануть иногда. Ну, я убегу. Ну, короче, ближе к теме. Тут давайте пранцем. Внуча, я дома. Пиздец, нам такой жесткий пранк. Бля. Так, еще. Смотрите. Блять. Деда, как дела? Охуенно, да, вообще. Хорошо, что у тебя все хорошо. Мне не очень. Деда. Дед. А что у тебя нового? Видите, охранник он. Ой, сегодня с Вадимкой, блядь. На соседней улице, блядь, сгорел магазин. Но мы с Вадимкой не растеряли. Бля, пиздец, там. Все горели, мужики горели, продавщицы горели, подожди, там продавщицы горели. Но мы-то, блядь, зря нахуй не пропадем, блядь. Всю водку вытащили оттуда, нахуй. Видите, да? Деда, а почему ты меня обманываешь? Я думала, ты в сарай ходил. Да, в сарай. Это водичка. Охранял. Водичка. Нет, Нуча. Сейчас она его пранканет. Сейчас реально жестко будет. Ладно, не важно, деда. У меня для тебя новость. Что, блядь? Дед, я беременна. А! Ох, как дед испугался. Вот доказывающие документы. Очки мои подай. Смотрите, блять. Вот это пранк. Дед, наверное, вообще испугался. Пиздец. Опа, кликбейт. Досмотрите потом. Досмотрите потом на канале Лера. Поставьте лайк. Пиздец. Так над дедом издеваться. Ты чё, ебанутая? Он, наверное, воевал, а ты, блядь. Пиздец. Не, так нельзя на деда вообще.